Вот смотрю я некоторые каналы и понимаю, как реально везет людям. Все находят какие-то разные классные штуки, ну просто пруха неимоверная. А мне почему-то так не везет, но я знаю почему. Я поехал, заштопал ауру, почистил чакры. И теперь, думаю, мне точно повезет. О, какой старый шкаф. Интересно, здесь есть что-нибудь? Не, я понимаю, что в принципе не должно, но люди-то находят. Хоп, нету, ну как так-то? Должно же повезти. Она, смотрите, вот это да, пульт. Пульт от телевизора. Еще и печенька. О, печенька 1997 года. На вкус нормально. Пульт от телека. Не-не-не-не. Меня не смущает тот факт, что здесь телевизора нет. Но пульт-то есть, вы видели, да? Это ничего не постанова, это просто мне повезло. Класс, вот это да. И печенька вкусная. Я вам больше скажу, здесь даже вот так вот все с электричеством, но пульт от телевизора есть. Вот это бруха, вот это да. Ну да. А что здесь еще есть? Хоп. Хоп. Вот смотрите, какой-то интересный сверточек. Интересно, что же это? Вот правильно, надо было только почистить чакры. Смотрим, что это у нас. Вот какое-то интересное радио. Вот это да. Не-не-не, ох, класс, вот это да, у бомжей камера, вот это классно. И ничего, что имеющего снимать, это нормально. Фу, отвали, это мне повезло, вы видали, да, вот это класс. Не-не-не, это не постанова, а что же здесь? Какое интересное радио, да? Ну, радио бывают нычки, давайте посмотрим. Вот это мне повезло, вот это, ух ты, елки-палки, смотрите, вот это вот, да, вот это нычка бомжей, где они взяли? Так вот, бутылок нас давали, вот это да, видите, какие экономные бомжи, вау, вот это мне повезло, теперь я знаю, в чем секрет, вот это да, друзья, главное чакры почистить и клизму сделать, и вам будет так в жизни вести. Я надеюсь, у вас все нормально с чувством юмора, и вы все понимаете, да? Снимать вот такие вот корявые постановы, это просто неуважение к своим зрителям. Это же за каких дурачков надо считать людей, чтобы такое вот снимать? О, вот это мне повезло, мега, мега контент, вот это да, это порвало мой пукан.